Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы всей семьей вышли на берег погулять, порыбачить, подышать свежим морским воздухом. С нами наш друг Антонио. Народу сегодня немного, несколько семей отдыхают, сидя на берегу, кто-то прогуливается с собаками. Пляжные кафе везде наводят порядок, что-то перестраивают, красят, чистят, с нетерпением ждут туристов. Погода сегодня немного пасмурная. Солнышко то появится, то спрячется за тучки. Дует прохладный ветерок. 2 дня у нас был шторм. Такие огромные волны. Берег весь заливался водой. Мы пошли прогуляться вечером, и я чуть не наступила на черепашку. Ее выбросило из моря. Бедняжка вся потрепанная лежала на берегу. По берегу появились небольшие кусочки мазута. Море выбросило их на берег. Их не видно, если сильно не вглядываться. Наступаешь на песок и вдруг во что-то вляпываешься. Умазали все кроссовки, кое-как их отмывали. Власти Турции объявили, что нанимают волонтеров. И в скором времени все берега почистят, соберут все кусочки мазута, наведут на пляжах полный порядок. Туристов уже прибавилось. Вчера были на пляже Клеопатры. Весь пляж заполнен, очень много народу было. Кто-то лежал, загорал, кто-то просто сидел, дышал морским воздухом. Играли в спортивные игры с мячом, бадминтон. Женя обычно любит рыбачить с пирса, но сегодня решили с берега порыбачить. Стоят такие 3 мушкетера, закинули спиннинги, ждут, когда клюнет. Так проходят наши будни в Турции. Спасибо вам за просмотр, за то, что смотрите нас. Кто еще не подписался, подписывайтесь. О, мои, кажется, поймали рыбку. Не аквариум, да? Да. Здесь она, я не знаю. Красота, да? Поймали все-таки мы рыбку. Я не помню, как называется. Ольга, да? Ага. Да, Ольга. Думаете, ее как и меня зовут? Да. Да нет, у нее другое имя. Не могу ее это вытащить. Причем я могу. Вот такую красивую рыбочку сегодня мы поймали. Ой, какая интересная, да? Расцветка у нее. Вон крючок далеко. Открыто. Ну, сейчас операцию там я вижу. У меня, подожди, Антонио, у меня есть щипцы. Есть? Да, давай, подожди, давай, не надо. Давай, сейчас он специально мне вытащит. Красиво. Такую рыбочку поймали. Желаю вам всем хорошего настроения. Желаю фантазии и воображения. Пусть радугой мира красится ярко, и пусть улыбка станет подарком. Пусть радость и счастье витают вокруг, приятные эмоции скрасят досуг. Пусть будут глаза сиять и сверкать, а солнце лучи вас обнимать. Благодарю вас всех за просмотр. Желаю вам всем хорошего дня.